Так, сняла бигуди последнюю. На лице ноль макияжа. Сейчас буду делать как можно быстрее. Как я делаю макияж? За 3 секунды. Ну как? Я надеюсь, я уложусь в 3 минуты. Так, а где у меня зеркало, зеркало, зеркало? Придется так на ощупь. Господи. В таком режиме я уже давно не красилась. Что быстро, я понимаю, но нужно еще быстрее, чем быстро. И сослепу. Нет, я так не могу, мне нужно зеркало. Так, нашла. Тени скоростные по Аннабель. Цвет хром. Так, показать вам заодно, что у меня закончилось. Ив Роше, это крем для рук, сделан, и вечер. Очень жаль, закончился. Кто бы мне еще прислал вечера? Так, теперь у нас расчесывание, тоже быстром, при быстром темпе. И сейчас начну рассказ. Распаковку. Забыла серьги. Что так? Это очень мило, быстро. И самое главное, что эти серьги подо все абсолютно подходят. И вот еще мой метод нанесения в горошек. Кстати, работает. Просто так нанести, такой плотный, а так растушевал и все. И да, я еще забыла тушь. Вот этим я красилась, кстати, тизом. У меня такой план — пользоваться всем, чем есть. Так, это мне нужно утереть пальчик. Когда возьмешься смотреть то, что тебе предлагает YouTube, а не на то, что ты подписан, полдня ушло в никуда. Получается, что интернет тебе подсовывает что-то. Тебе кажется, ай, ладно, посмотрю. Потом другое, ай, ладно, посмотрю. И потом полдня ушло. Как бы я сижу за компьютером и работаю, так сказать. То есть я пока форматирую, пока то, пока сё, но все равно. Я подумала, что это время я бы потратила на что-то более важное или там продуктивное. Потому что иногда смотришь, да, приятно, конечно, посмотреть в очередной раз каких-нибудь зайчиков, птичек, и время ушло.
Так что мы приступаем уже 100% к рассказу.